Я нахожусь сегодня в Ярославле, на том месте, где выставлено большое количество различных кукол масленичных, кто как это называет. Я сейчас пройду и покажу вам, какие они красавицы. Они все разные, есть с лицами, есть безликие. Вот такие вот масленицы. На более интересных я остановлюсь поподробнее. Вот, например, вот эта вот дама с собачкой. Посмотрите, какая она интересная. Она с зонтиком. И вот такая вот возле нее собака. Солнечная дама с собачкой. И собачка такая интересная. Так вот. Следующая наша масленица. Дуняша, солнышко, детский сад, 223. А эта масленица уже ждет нас с грибами, с метелкой, с веником. Вот она какая веселая, румяная, с большой улыбкой за отдачи. И вот даже здесь перетягивание каната, масленичные забавы. Витание блинов, а вот и блины. О, какая нарядная-то. Ну, она почти не масленица, а какая-то как цыганка. Вот такая, с какими губами. Вот такая вся веселая. Веселина. 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 Борщевик. Ярильна, дочь. Использован борщевик наш, который заполнил всю Ярославскую область. Душенька Яриловна. С какой, с корзиночкой. Так нежно названа. Мое солнышко. Вот так она распростерла объятия. Все очень красиво, все очень здорово. Солнышко. Масленица, умница. О, какая масленица. И здесь что у нее только нету. Масленица хозяюшка с бусами. Ярилушка. А это уже не просто масленица, это целое семейство. Ярилова, Потехина семья. И здесь можно сейчас вот немножечко. Вот так вот. 14. Завудский район, детский сад 151. Вот какой он красиво все сделал. Интересно. Мамочка с малышом, папочка. И еще валятка. Вот так какая веселая масленица. Забава ярославская. Ой, а какое солнышко с ней, яркое, лучшее. Так и вызывает улыбки. Еще масленица затянется. Детский сад 209. Дуняша Перевертовна. Вкусняшка. Вот она. Вот это у нас не просто так, это у нас Ярилова невеста. Вон она какая красавица. Ярилова невеста. Отойди, фотографируй. Есть хочешь. Ты заметил? 68. Масленица. Лучезарница. Вот какая красивая. И с игрушечками. Вон у нее какие игрушечки. Забавная масленица. Вот эта вот масленица, забавница. Детский сад 29. С ярославными или гостями города. Следующая масленица. Моя. Вот масленица правильная. В русском стиле, в русском наряде и безликая. Так она и должна быть. Такая красивая. Масленка. Футболия, волонтерное солнышко. Вот он с какими мечами. Такая она придумала. Вот такая масленица. Дуняша. Такие вот. Только победа. Ну, конечно, нам нужна везде только победа. Это ФИФА Масленовна Ярославская. Такая вот интересная. Сад номер 191. И тут хорошо. И сколько здесь пожеланий. Посмотрите только. Счастье, заботы, солнце. Все будет хорошо. Детский сад, солнце красное. И Ярилова забавы. Вот какие красивые Ярилы.